что сейчас происходит вокруг, да, смотрят информационные пространства, набираются вот этого негатива, все, сейчас у тебя все хорошо вот в этот момент, у тебя там дети, которые тоже от тебя зависят, эмоционально их поле. Девчонок, конечно, больше. Мужчины приходят, но они такие скупые на слова и такие... У меня вчера была паническая атака. Я говорю, что случилось, до этого был спокойный. Ну вот, мне позвонил одноклассник. Я говорю, не бери трубку больше от истерички одноклассника никогда. Как, это же друзья, мы с первого класса вместе. Токсичных людей достаточно будет. И когда есть повод, будешь токсичить особенно тщательно. Тебе зачем это?